Есть закрепление пусковой установки за объектами поражения. Добрый день, уважаемые коллеги. У нас сегодня несколько вопросов международной повестки, касающиеся нашей страны, наших интересов. Докладчики, соответственно, министр иностранных дел и директор службы внешней разведки. Я попросил бы вас, кроме запланированных вопросов, обсудить и остановиться на самых актуальных событиях последнего времени. Давайте начнем работать. Пожалуйста, Лавров Сергей Викторович, прошу вас.